Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня наше видео посвящено именно такому вопросу, чем я пропаиваю цыплят, как я их пою, цыплят-бройлеров на откорме, и так, чтобы эта водичка всегда была свежей, чтобы она была полезной, и что я именно добавляю в воду, которую пою цыплят. Ну вот, у меня такое есть ведерко плоское, в который я наливаю водичку, и они прекрасно из него достают и пьют. Как вот видите, цыпленочка сейчас пьет. Не залазят они в это ведерко, потому что если, например, какую-то кастрюлю поставить, они могут залазить с ногами. А вот это ведерко как раз оно оптимальный размер у него, оно плоское такое. Просто вот как-то я так напала, один раз купила, и с тех пор вот несколько лет уже так вот этим, как они подрастают, я вот таким пользуюсь. Во-первых, я в пойло добавляю им обязательно чиктоник. Вот видите, такой продают шприц. Это чиктоник, это комплекс витаминов, который способствует как раз вот укреплению организма. Ну, витамины нам всем нужны, в том числе цыпляткам. Значит, 1 миллилитр на 1 литр воды. Вот я добавляю. Они прекрасно пьют, им очень нравится. Эта водичка вкусная. Вот. И они пьют. Корм ничего я не добавляю, кроме рыбьего жира. И добавляю также аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота, сами знаете, она для аппетита, она улучшает обменные процессы в организме. Ну, тоже своего рода витамины. И вот я 2 таблетки аскорбинки кладу на, вот на 5-литровое ведерко. И они тоже с удовольствием, она кисленькая, они с удовольствием эту водичку пьют. Вот таким образом, друзья мои, я пою. И этим можно поить, начиная с 5-дневного возраста. Вот это вот давать чиктоник. С 7-дневного возраста давать пойло чиктоник и вот аскорбиновую кислоту. Для повышения иммунитета, для улучшения пищеварения, для роста. Чтобы они не зарахичивались, цыплята, не, как бы не отставали в своем развитии. Вот такой вот мой опыт. Кому нравится, друзья мои, пишите комментарии, ставьте лайки. Я очень рада, если мой опыт содержания птицы вам понравился. Вот облюбовали. Здесь я просыпала немножко фуража. Так вот им здесь вкусно и очень нравится. Видите? Собрались. И вот здесь вот кто кого переклюет, так сказать. Пишите, друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, что вам со мной интересно, познавательно. Вот. И видите, как они дружно набежали. Пьют водичку. Ну, желательно воду менять 5-6 раз в день, конечно, чтобы она не заставилась ведерко мыть, потому что на ведре тоже все время как будто какой, как налет такой скользкий образуется, потому что вода, она тоже имеет свойство портиться, поэтому нужно следить, чтобы у цыпляток все было хорошо с животиками, потому что они тоже живые существа, такие же живые, как и мы с вами. Ну что, друзья мои, всего вам доброго и до будущих встреч!